страх перед посещением стоматолога испытывает едва ли не каждый второй взрослый. Чего уж говорить о детях. Заставить маленького непоседу смирно сидеть в кресле и покорно открывать рот – зачастую задача непосильная. Выход из сложного положения – лечение зубов под наркозом. Раньше это было возможно только в двух медучреждениях Подмосковья. Теперь такая услуга доступна и в Одинцовской поликлинике номер один. Уникальность в том, что за короткий промежуток времени, за 2,5-3 часа работы врачей, мы можем санировать полностью весь рот. Четырехлетнего пациента Одинцовской больницы беспокоили сразу несколько зубов. Мама решилась на лечение под наркозом. На данный момент проводится лечение нашего маленького пациента. У него 5 зубов нужно было депульпировать, то есть удалять нерв из зубов. Один зубик нужно было просто поставить пломбочку, и один зубик нужно было удалить. Очень нужная, очень важная процедура. Я действительно, как доктор практикующий, знаю, насколько это нужно деткам, особенно, которые неконтактные, напуганные и сами сидеть в кресле долго не могут, в стоматологическом, и у которых множественный кариес или много зубов нужно лечить либо удалять. Лечить зубы под наркозом рекомендуется детям до 4 лет, а также с различными физическими и психическими отклонениями, инвалидностью. Перед процедурой необходимо сдать анализы, проконсультироваться с лечащим врачом и анестезиологом. Карина Гиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».